Легкоатлеты со всего Дальнего Востока впервые в этом году вышли из помещений и открыли спортивный сезон на свежем воздухе. На стадионе «Динамо» прошла традиционная «Приморская весна». Соревнования с таким названием проводятся с 1988 года, а встречаются на них воспитанники спортивных школ из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и других регионов. В этот раз побороться за медали приехало около 250 человек. Легкая атлетика, как говорят, королева спорта, но вообще это, ну, все естественно. Все бегают, все ходят, все прыгают, все кидают камни или там ядра. То есть, ну, это нормально, это естественное состояние, так сказать, молодого организма. Поэтому у нас, как бы, проблем вот проведения соревнований, вернее, присутствия на соревнованиях нет. Дисциплины весенних соревнований традиционные – от бега на всевозможные дистанции до прыжков в длину и толкания ядра. Потепление во Владивостоке пошло на руку спортсменам, а вот сильный ветер пришелся отнюдь не кстати. Особенно это касалось бегунов. Даниил, например, большой любитель побегать с препятствиями. Встречный ветер подпортил его планы, из-за чего спортсмен стал только вторым. Ну, это первый старт у нас на воздухе. К воздуху очень сложно привыкать, большое обилие кислорода. Ветер, особенно когда в лицо дует, очень сложно. Предварительных соревнований, ну, в предварительном забеге был ветер в лицо. Очень было сложно бежать. Преодолевать ветреные условия приходилось и метателям ядра. В местной легкой атлетике сегодня находятся и представительницы слабого пола, которые показывают отнюдь не слабые результаты. Дарья, например, метает все – копье, диск, ядро. Последняя спортсменка бросила на 12 метров, за что и получила золотую медаль. У нас учитель физкультуры дружит с моим тренером, и получается так, что она посоветовала меня ей, и вот 6 лет уже хожу. Я очень долго шла к 12 метрам, но личник у меня 12.45, но сейчас тоже неплохой результат показала для себя. Атлеты, которые заняли призовые места, тут же на стадионе были награждены медалями и грамотами. «Приморская весна», к слову, в этот раз стала также отбором на спартакиаду учащихся России. Уже совсем скоро лучшие легкоатлеты Приморья поедут в Хабаровск, где будут бороться за путевки на всероссийский финал. Максим Яковлев, Андрей Макаров, новости спорта на восьмом.